Ну что, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте, всех приветствую. Мы начинаем проходить Tomb Raider. Да, не знаю, почему его. Просто захотелось что-то типа такого жанра попробовать. Плюс игра мне давно была интересна, в принципе. Tomb Raider весь. Даже новый. Вот, но я что-то такой, блядь. Так как железо мне не позволяет новой играть, да? В новые игры, к сожалению. Вот. То попробуем эту игрушку. Она не прям старая, но не прям новая. Вот, например, как GTA 5, наверное. Вот. Вот такая вот. Просто захотелось попробовать Tomb Raider, посмотрим, понравится ли вам, понравится ли мне. Поэтому, Саш, поудобнее. Наливайте чайку, кофейку, приятного чаепития, приятного кофе пить или питья воды, просто приятного аппетита. Надевайте пледик, усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра. А мы начинаем. Так. Новая игра. Высокая сложность. На максимальной сложности с вами проходим, кстати говоря. Один известный путешественник сказал: исключительно не мы, а то, что мы делаем. Я отправилась на поиски себя и приключений. Уф. Приключения сами Уф. нашли меня. Уф. Уф. Самые тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Какой-то мужик сверху шел. Подожди. Че я хотел-то, блядь? Че я хотел? Блядь, не, не управление. Square Enix это сделали? Нихуя. Ты что, дура, что ли, блядь? Чё так орать-то? Я могу качаться.
так умереть. Мне будет больно. Пизданешься вообще. Мать, ты чё, блядь? Оф. Уф. Блядь. Нет. Ты чё за хуета с самого начала, блядь? Где это я? Я ебу, где ты, блядь? Блядь, кто это вообще? Что с тобой случилось? Блядь, ну, сложно сказать, блядь. Давай возьмем факел. Берем графон, классный, кстати. Что он, блядь, услышал? Черт возьми. Ну, конечно, нас обучают здесь, хорошо. Ху. Блядь, какая... Блядь, красивая, да? Сосочка, блядь, красивенькая сосочка. Так, хорошо. Здесь мы видим что? Мы здесь видим ткань и бочку, ебать. Хорошо. Я сейчас скажет. Я надеюсь, он не услышал. Если не услышал. Блядь! Отсосёшь. Отъебись. Блядь, факел не потуши, ебать. Я не могу поворачиваться никуда, просто прямо только. Прилив. Надо выбираться отсюда. О, ебать, головоломки пошли. Я понял. Огонь. Слава богу. А это еще что такое? Так, ну, собственно.
Что-то здесь не так. Я просто не пойму, что надо делать. Я понимаю, что это головоломка ебучая. На всякий случай, давай сразу подождем. А для чего мы это сделали с тобой? Надо. Так и знал, так и знал. Извиняюсь. Я нечаянно. Бля, жестко, жестко. F. F надо было нажать. F. Пресс F, блядь. Ох, бля. Жестко. Интересная игрушка. Красивая.
Ебать, тут квесты, блядь, напряжёночка. Напряжёнка! Напряжённая игра, очень напряжённая, скажу вам я. Шлюпка. Но где же все? Ушли вглубь острова. Ладно, спокойно. Да, сквозь ворону проходи, конечно. О, боже. Окей. Бля, я уже вижу эту хуйню всю. Рюкзак Сэмми! Сэмми! Значит, они прошли здесь.
слышит? Нет. Всего доброго, до свидания. Знаешь что, давай мы оставим на следующую серию, тогда, если зайдет, если вам зайдет игра. Мне понравилось, конечно, прикольно. Прикольно. Что-то новое. Я в такое, возможно, играл, но не проходил. То есть так, может, что-то, где-то что-то видел, где-то, ну, не данную игру. Хотя данную игру так, может, что-то где-то видел. Хер, может, новый. Ну, новый я точно видел, Tomb Raider, который вот вышел последний, да? Этот Tomb Raider я не помню, что видел где-то. Может, где-то видел. Ну, нет, навряд ли где-то видел. Может, ты видел что-то, какие-то куски. Прошу прощения. Может, где-то видел какие-то куски, может быть, что-то еще. Но именно жанр такой подобный я ни разу не играл и не смотрел. Нет, вру, смотрел. Смотрел чуть-чуть так, ну, как раз отрывки какие-то, блядь. Но сам не проходил, не играл вообще. Может быть, что-то проходил. Ну, не то, что проходил, даже играл, может, что-то такое, блядь. И то чуть-чуть, может быть, тоже, знаете. Но прям полностью нет. Так вот, к чему я? Мне очень зашла игра. Пока что. Сейчас зашла. К сожалению, да. К сожалению. Нет. Хорошо, что... Нет, мне пока что зашла, и это хорошо. К сожалению, пока что, блядь. Ну, вот, единственное, что меня расстраивает, это то, что у меня железо не прям мощное, ебать. И что я прям, ебать, на ультрах не могу играть. Я думаю, был бы отдельный кайф по визуалу. Но, в принципе, сейчас даже вот на таких настройках, бля, видно, что, типа, ну, прикольно, да, игра графониста довольно-таки. Вот. Как-то так, короче, как-то так. Вот, надеюсь, вам понравится игра. Если понравится, мы с радостью пройдем до конца, почему нет. Вот, а сейчас... Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, на... ставьте лайки, вам не сложно, мне приятно. Пишите комментарии, пожелания вашему внизу, там будет... Ссылочка на телеграм-канал, там все инсайдики мои, да, вот эти из жизни. Вот, и просто я там отправляю уведомление, когда вышло видео, ты прям вот сразу же вот вышло видео, ты, блядь, в телеграме сразу же, вот сразу же в эту же секунду получишь уведомление о том, что вот видос вышел, let's go смотреть. Вот, ну, потому что, блядь, YouTube, ну, как иногда, ну, иногда, пусть будет иногда, не присылает уведомления, прям когда вышло видео. Может быть, он зачастую позже присылает. Может, вообще там через 2 дня присылать. У меня самого такое было, что я там, блядь, смотрю, ну, определенный канал, например, да, там тоже свой канал, например, подписан, да. К примеру, давайте мы возьмем мой канал, да. Вот, подписан на свой канал, блядь, и выкладываю видос, вот, а мне не приходит уведомление. А почему? Потому что я, блядь, нахуй с телефона, и, блядь, и здесь тоже, блядь, все на своем канале, поэтому мне не приходит, ебаный ты нахуй. А нахуй ты это сказал? Да я не знаю просто. Нет, я к тому, что мне тоже такое бывает, что, блядь, ну, смотришь видос, ждешь, пока выйдет новое видео, вышло новое видео 2 дня назад, да, и тебе через 2 дня только-только, блядь, ебать, пришло уведомление о том, что вот, смотрите новый видос. Ну, такое. А так, вы сразу будете в эту же секунду знать, когда вышел новое видео, будьте первыми, либо одним из первых смотреть видео. Так что подписывайтесь. Там вопросы, кстати, так, там можно поболтать. Почему бы нет, в комментариях. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр еще раз. Ну, я надеюсь, вам зайдет игра. Прикольная. Я бы проходил бы такое. Спасибо за просмотр еще раз. И все, увидимся в следующей серии. Давайте.